нанесли удар с использованием реактивной системы залпового огня по городу Белгород, в результате которого погибли мирные жители, в том числе и... Целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому и назвать нельзя. А должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. В Киеве и в любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать? Ударить по площади? From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.